Бульвар Ивана Лепса, 79Г. Старый пятиэтажный панельный дом 1962 года постройки. Вход в парадное выглядит неопрятно. Установлен домофон. Во дворе есть скамейки. Мест для парковки автомобилей недостаточно. Двор большой, общий с соседними домами. Рядом находится спортивная площадка. Неподалеку расположен парк и современная детская площадка. В нескольких метрах от дома есть стадион. Дом в удовлетворительном состоянии.